Ой, какая сегодня погодка хорошая, самое время поработать. Ребята, всем привет, с вами я, Коля, и, короче, у нас наступило уже полноценное лето, хотя еще целый месяц весны, ребята, но у нас уже лето. Кстати, ребята, напишите в комментариях, а вы вот учитесь или, ребята, у вас каникулы сейчас какие-то идут, майские там, или, я не знаю, еще какие-то каникулы. В общем, ребята, напишите, вы сейчас учитесь или же не учитесь, а может, тут уже вообще давно не учится, вот. Поэтому, ребята, обязательно напишите, а также обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. А я буду работать, ребята. А кто-то... Смотрите, там, по-моему, голова... Жители... Подождите, там кто-то еще. Ну-ка, дайте повыше заберемся. Ого! Ребята, там кто-то... Это что-то... Кто-то что-то сделал, ребята? Я не вижу. Это житель стоит, там бабка и улыбающийся человек, что ли? А что это они делают в моей скале? Я не понял. Там, ребята, за одни какие-то проходы. Так, у меня есть идея интересная. Давайте, ребята, сейчас по этой-то скале не забраться. Давайте сейчас блоков накопаем. Так. Привет, друзья! Я веселый Джин. Меня вызвали, чтобы исполнить любое желание, которое ты захочешь. Но чтобы оно сбылось, тебе нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментариях, как твои дела. И тогда я исполню твое желание. Возьмем лопату. Отлично. Так, сейчас, ребят, накопаем каких-нибудь блоков, и уже можно будет подняться и посмотреть, что это там такое. Ладно, поработаем чуть попозже. Сейчас надо, ребята, как раз-таки посмотреть, что там такое происходит. Давайте прямо отсюда, издалека. Типа, если что, это не мы. Так. Ого! Это получается... Ребята, смотрите, там сзади не какие-то железные дороги идут. Это надо выбрать, что ли, кого-то, чтобы спасти или выжить. Нифига себе, так это житель, это бабка Гренни, улыбающийся человек. Надо кого-то выбрать правильно, чтобы спасти и выжить, ребята. Я все понял. Но там железная дорога, видите, с каждого этого идет железная дорога. Туда вообще, ребята, какую-то тьму идет. Ладно, я понял, мне сейчас надо, ребята, добыть немножечко железа, чтобы сделать вагонетку, чтобы поехать и посмотреть, что там и где. Может быть, мы всех спасем. Так, берем кирку. Так, давайте сразу переоденемся. Так. На этот случай я стал, ребята, у себя все хранить рядом. Так, у меня есть сопротивление урона и дыхание под водой. Нифига себе. Блин, лучше бы у меня было... Так, не только дыхание под водой, еще всякие там, я не знаю, всякие прибаутки. Так, во. Так, сколько нам надо? По-моему, 6 желез нам надо с вами на вагонеточку. Так. Идем скорее домой. Так, идем. Сейчас быстренько все переплавим и пойдем посмотрим, что там. Кстати, ребята, а вы вот вы в какую бы пошли эту, я не знаю, в этот проход? В проход жителя, ребята, в проход бабки Гренни или улыбающегося человека? Я не знаю даже, если честно, в какой мне пойти. Но все-таки, наверное, может быть, к жителю. Жители-то мне ближе, нежели всякие какие-то различные монстры. Тем более, если житель попал в беду, мне 100% надо будет ему помочь прям, потому что мы с жителями привыкли помогать друг другу, ребят. Надеюсь, вы тоже всегда всем помогаете. Поэтому я думаю, что да, нам с вами все-таки стоит отправиться именно к какому-нибудь жителю. Ну, правда, там красные глаза, конечно, но я не думаю, что это что-то плохое. По крайней мере, хотелось бы в это верить. Так, еще три, ребята, блока железа. И идем. Так, сколько, ребята? Уже 2. Отлично. И еще немножечко. У меня, кстати... Да, ребят, смотрите, у меня бесконечно. Так, а если я вот так сниму? Вот так. Ну-ка. Так, ребят, то получается... А, все, получается, если я нагрудник одену, то тоже ничего не прибавится. Получается, если это весь сет одеть, тогда, ребята, у тебя получается такая вот защита. Ну, ладно. У меня как раз-таки, благо, все есть с этого комплекта. Так, все, делаем вагонеточку. Оп. Ха, готово. Так, а яблочки, пожалуй, с мечом я тоже себе привозьму. Так, давайте еще немножечко блоков копнем и полезли. Так. Ага. Все, ребят, я думаю, что такого количества мне будет достаточно. Так, сейчас пока можно по максимуму залезть, залезем с вами так, по горе. Так, о, отлично. Здесь, ребята, вот так вот сюда. И я надеюсь, что они сейчас... Ребята, блин, смотрите, как, кстати, как круто, что я взял какие-то блоки с собой, иначе здесь даже не пройти. Ну что, ребят, все-таки с жителей пойдем, да? Пойдемте с вами к жителю. Так, я возьму яблочко золотое, если что, вдруг упаду. Так. А, тут, кстати, ребята, не так глубоко. Я уж думал, тут прям целое море будет. Нет, тут нормально. Так, спокойненько проходим, ребята, проходим. Так, все, идем к жителю. Садимся в вагонетку. Вы готовы? Я да. Ой, опять нифига себе. Что-то меня как-то чуть-чуть в лаву не откинул. Видели, ребята? Может быть, я неправильное место еду. Может быть, что-то не то. Ребята, ё-моё. Офигеть, это уже какая-то первая ловушка. Ребята, моя вагонетка сгорела, но я пока, кстати, не получаю урона. И здесь какой-то паркур, что ли? Вообще капец. Ладно, ребята, короче, сейчас нам надо пропрыгать вон туда. Я, ребят, по-моему, вижу этого жителя. Сейчас надо его будет спасти. Так, ладно, съедим еще одно яблочко. Так, аккуратно. Аккуратненько сюда. И вот сюда. Так, здесь. А, здесь, по-моему, ребят, тоже ловушка. Здесь невозможно пробраться, поэтому... Давайте-ка я вот так вот пойду. Вот так вот, отличненько. И... О, ребята, это что-то...
Что-то случилось там. Что-то я не понял, что там случилось. А почему их так стало так много? О, ребята, это... А, так это мой меч, что ли, поджигающий. Вы видели, ребята? Они сразу все подожглись. Нифига себе. Ай, ай, ай. Ребята, они все жесткие какие-то. Офигеть, ну они горят все. Смотрите, ура! Смотрите. О, житель, это ты там? Спаси, помоги, пожалуйста. Житель, сейчас. Ой. Пожалуйста, я тебя умоляю. Сейчас я дыхание переведу. Сейчас, подожди. Покушать надо. Ладно, успокойся. Ай. О. Фух, житель. Оля, так, подожди. Так это что случилось? Кто это был? Сейчас я тебя открою. Это были злые жители. А как они... Это ужасные жители, отвратительные. А как они тебя в ловушку поймали? Они меня, короче, знаешь что? Чего? Было так. В общем, они утром пришли. Ну? И говорят. Ну, они как жители, как мои братья такие проговорят. Ну что, мы нашли кучу алмазов. Ого. А еще мы нашли месторождение нефти. О-о. Я такой, классно. Они говорят, бери кирку, пойдем копать. Ну я и пошел. Они меня в ловушку заманили и говорят, гони все алмазы, которые есть в твоем доме. Так они тебя обманули, что ли? Обманули, конечно. Я кстати. Я тут алмазы, нефть, а тут нифига нет. Видел, какой у меня есть меч? Какой? А что это громыхает? А у тебя есть какие-нибудь монстры? Я тебе сейчас показал бы. Монстры? Да. Мы отсюда как-нибудь выберемся. А, ну ладно, давай сначала выберемся, потом я тебе продемонстрирую. Мне, пошли. Мне не нравится тут вообще, мне не нравится, я не люблю. Только парк. Аккуратней, это паркур. Ай! Так, сейчас я пошире сделаю вот так давай, вот. Давай, а я точно прыгну. Прыгнешь, давай. Ва! Все. О, молодец, пошли. Папа, пойдем. У меня вагонетка сгорела. Папа, пойдем отсюда, пожалуйста. Мне не нравится здесь вообще. Слушайте, ребята, получается... Фобия. Получается, я правильно выбрал дверь. Так. Ой, видишь, смотри, это они испытания готовили. Видишь, смотри, тут все есть. Испытания готовили, они меня чуть не сожрали, когда я сказала, что у меня всего 2 алмаза есть. Ну правильно, они хотели побольше алмазов. Так, у тебя монстр-то есть? Какие монстры тебе надо? Ну не знаю, паучки, морячки. Кто? Ну давай кого-нибудь, кто у тебя есть, давай посмотрим. У меня есть такие, которые бандитские. Мне надо броню протестировать, давай сюда. Хочешь бандитских? Давай сюда. Поехал. Бандитские бандиты. Так. И чё? Ну-ка. Ну смотри, моя броня-то я... Но я вообще не получаю урона, считай. Да? Да. Нифига себе. Ого. Слушай, а если я попробую вот так, вот так? Не, ну вот это ты, ого. Конечно, монстр. Ребята, давайте его молниями. А он все, погиб? Я не знаю, я его не вижу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, блин, ребята, я к ним они даже... Они тебя стреляют! Я к ним даже подойти не могу, ребята, да вы что? Блин, да у него... Ой-ой-ой-ой! Да у него оружие... Ай, у него даже оружие не перезаряжается, житель, стой! Они знаешь, какие мощные? Вот у меня такие есть мощные! Подожди, я с ними справиться не могу! Да я вообще ничего нигде не делаю! Блин, ребята, капец, смотрите! Ты что, они тебя сожрали? Да нет, конечно! Похитит, блин. Блин, житель, у тебя что-нибудь есть? Что-нибудь, какой-нибудь меч, я не знаю. Меч? В смысле? Так. Да потому что я не могу с ним к ним подойти даже. Ребята, смотрите, жесть. Подойти не можешь, это плохо. Да, вообще не могу. Я тебе дам меч, держи. Так, да ребята, просто. Смотрите, это нереально. У меня уже скоро... Я тебе дам. Ну куда ты бежишь-то от меня-то, на? Так, о, все. С одним справился. Тихо. Я тебя кинул в воду. Да подожди, лучше убери их, отсюда убери их. Да я тебе сейчас помогу, короче. Давай скорее. А то вообще, ребята, они, у них оружие, у них какие-то читеры, ребята, просто посмотрите. Смотрите, они такие выпали. Да у меня мои штаны упали. В смысле, кончились, ребята, посмотрите, они мне мою броню ушатали, вообще жесть как. Называется была. Ты что, не погиб, что ли? Нет, ни разу. Ну они вообще, они очень какие-то жестокие ребята были, вы видели, прям вообще. Не, знаешь, я лучше это. Одного. Давай одного, хорошо. На, вот одного. Так. Ты, смотри, как он стреляет. Ну-ка, давай-ка еще одного пробую молнии. Ой, ну ты ко мне же замучил. То тебе надо, давай. Не надо, на.
А, и они меня тоже, кажется. Кажется, броня кончилась. В общем, ребята, вы сейчас обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на видео, которое видите на своих экранах. Всем удачки, всем пока-пока.